друзья. Сегодня я хочу показать коротенькое видео, как я меняю колеса сезонно. С зимы на лето, с лета на зиму. Но сейчас будем менять с лета, с зимы на лето. Посмотрите, может кому-то пригодится. Вот, я поднимаю обычно прямо сразу одну сторону. То есть подвожу домкрат. И поднимаю сразу два колеса. Но я говорю, если ручник плохо держит и поверхность неровная, обязательно ставьте колодки. Вот видите, два колеса поднялось. Одно колесо и второе. Поэтому все. Потом, когда я сделал, беру, потихонечку отпускаю. Так, ну что, давайте снимем колесико. Так, здесь у меня на 12 у меня. Переставляем режим откручивания. Ну, вот так демонтаж идет. Это снимаем, потом будем ставить. Ну, естественно, шуруповерту будем говорить такую силу, она ему недоступна. Поэтому мы ослабляем. Нетрудно болты руками. Болты вот так вот. Ну вот, я уже отвык им работать. Просто ослабляем все и поднимаем. Теперь колесо поднимаем колесиком. Вот оно у нас оторвалось. Так, ослабляем, берем самодельную эту. Можно просто на эту же самую, то есть вместо, допустим, головки на 12, очень удобно поставить, допустим, головку там на 19, на 22. Вот сейчас на марку помогал знакомому, у него на 22. То есть я вставил его головочку, четырехгранник одел и помог ему без проблем, с удовольствием, быстро и также качественно. Ну давайте, все. Затянули. Вот так вот. Так что не в тягость. Даже, можно сказать, где-то даже и приятно. Алис. Так, ну что. Принес еще колесико. Так, где у нас тут эти шпилечки вверху? Сразу ориентируем и одеваем верхнюю шпилечку. Хоп, все готово. Дальше вставляем. И поехали. Работа в удовольствие. Вот и вся работа, ребят. Просто в удовольствие. Значит, это колесо вращается, естественно, я его не могу закрутить. Поэтому я буду опускать домкрат. Все, домкрат убрали. И затягиваем крест-накрест легко, с удовольствием. Есть крестик. Два. О, крышечка. Сейчас подкачаем колесо. Три. То есть шуруповерт, ну, я думаю, у каждого есть. Тут не надо его силу откручивать все равно. Кстати, очень часто вот эти пневмошуруповерты, электрошуруповерты просто убивают, резьбу срывают. Вырывают резьбу на шпильках. Это уже не раз у меня. Они мощные, ударные. Поэтому лучше... Лучше, ребята. Так, сейчас накачаем колесико. Оказывается, оно у меня маленечко спускало. Ну, ничего страшного. Зима длинная была. Здесь попасть иногда не точно попадаешь. Ага, вот видите как. Вот. Раз. Меняем.
ставим на 12 здесь. Что такое-то? Не попал, значит. Извиняюсь. Почему упадывает, ребят? Он у меня и коловорот зимой крутит, и, будем говорить, сверлом сверлит для вертышей в лед. То есть он у меня постоянно в работе. Постоянно у меня он в работе, поэтому очень большие нагрузки. Ну, представляете, на 130 бур, 130 он фигачит там в метровом льду, там 3 лунки 4 за раз. Поэтому не удивляйтесь. Вообще это обалдеть. Аппарат, конечно, сумасшедший. Вот, сейчас накачаем колесико. Но если будет спускать, значит, ну не написано. Все, за зиму, конечно. Так. Я вот пользуюсь такой штукой. Не знаю, как кому понравится, не понравится. Очень давно. Значит, чтобы у меня он был универсальный пистолет. Так называемый. Сейчас опущу-ка. Я использую просто шланг. И когда мне нужно что-то подкачать колесо, ну, мне легче вот так. Взять его, поставить сюда. Вот так вот. И начать накачивать. Вот пошла накачка. То есть я поработал, снял. Снял и все. Ну, я сюда еще одевал этот, знаете, сейчас потерялся где-то хомутик. Этот винтовой. Да вон он, по-моему, висит у меня. Ну, чтобы... Сейчас я включу компрессор. Или потерялся, или куда-то взял. Вот он, видимо, и падал. Так. И вот очень удобно. У меня же... Ведь основное работа это продувка пистолетом идет, а накачка это так уже побочно. Нажимаем здесь и здесь, и понеслась по кочкам. Вот все дела. Можно одной рукой держать, два сразу качаем, 2 из 2. Вот еще маленько осталось. И все классно. Вот я его демонтирую. Этот прям остается при... Прижимаю прямо здесь. Все, просто он, видимо, у меня вот он и был. Вот. Очень удобно. Это лежит отдельно. А пистолетом я пользуюсь каждый день. Каждую секунду продувка идет. Ну, везде. И в инжекторных машинах. И тем более в карбюраторе. Я же вам говорил, что до этого у меня пользовался всякими компрессорами для продувки карбюраторов. Там на 3 атмосферы, по-моему, там. А сейчас у меня вон он стоит, он десяточка, праздник, и колеса мгновенно накачивает, и соринки гоняет. Так что вот, если у кого-то есть шуруповерт, не надо, это мощно не надо. То есть банально слабенький вот он пойдет даже. Главное, это трудоемкость за гоняние этой резьбы. Ну вот, так что всего доброго.